Перекрыта улица Северная. На перекрестках усилены наряды в полной экипировке. Вчера в Анапе прошли тактика специальное учение. В них было задействовано более 300 сотрудников. Обучение анапских полицейских проходило под контролем бойцов спецподразделений Росгвардии. В отработке действий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан приняли участие также спасатели и медики. Представителями Главного управления МВД России по Краснодарскому краю была дана высокая оценка действиям анапских полицейских.